Гриль-газ. Берем предварительно промаринованное куриное мясо, шампиньоны, помидоры черри и немного сладкого лука. Помещаем на решетку нашей чудо-сковороды. Закрываем крышку и обжариваем со всех сторон до готовности. А теперь небольшой стейк семги, несколько королевских креветок, сладкий перец и кусочек лука для пикантности. Накрываем крышкой 10 минут. Переворачиваем еще 10 минут с другой стороны. Открываем и вуаля! Вкусный и здоровый ужин барбекю для всей семьи с аппетитной ноткой дыма готов. Для него пикантная курочка с овощами. Для нее нежнейшая семга с креветками и сладким перцем. Спешите порадовать себя своим.